Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алекс, и с вами канал Окрошка Плей. Сегодня мы с вами увидим фит, вот классический фит, которым можно копать в хайсеке, можно копать в нулях. Он достаточно жирный, на белте можно спокойно отбиваться, но долго не получится, потому что БС не хватит убить. Собственно, не песь, но чтобы достаточно хорошо покопать, и если там с оркой или с роркой, или кто-то дамажный будет, чтобы убивать не песь, в принципе, можно без отварпа спокойно копать и об этом не волноваться. Ну и давайте начнем. Ну, давайте с риг. Риги тут у меня стоят, две риги на... Филд-экстендеры две. Одна стоит рига на ЕМ, чтобы ЕМ затычку заткнуть, чтобы поменьше урон наносились. Т1 стрип-майнеры, потому что два этот персонаж не умеет, а так как не умеет, собственно, советовать я тоже не буду. Но это больше для новичков. Те, кто умеет, конечно, ставьте. И будет все замечательно у вас. Так, две инвульки. И вторых. Потом медовый этот, растяжка на шут экстендер. Чтобы больше у нас было, в общем, щита. Ну, сканер руды. И две майнинг апгрейд лазера. Т2. По дронам у нас хоп-гоблинов. Я беру на дамажные. В принципе, должны быстро разбирать непись, если в хайсеке, так вообще красота. Ну и майнинг дроны Т1. Т2 этот персонаж не умеет, поэтому у меня, собственно, Т2 не стоят. Все, копайте. И хороших вам полетов.